Да, безусловно, конечно, рад вернуться. Ожидал, естественно, вели переговоры насчет этого постоянно, насчет моего возвращения. Конечно, рад вернуться. Надеюсь, спасибо, что вернули. Скажем так, дали еще побыть здесь шанс, и поэтому надеюсь оправдать свои ожидания. Это, безусловно, очень большая мотивация. Естественно, это очень мне приятно, и это слышать, и это действительно мотивирует. И хочу сказать большое спасибо болельщикам за эту мотивацию. Поэтому очень рад этому, спасибо. Да, подготовку прошел с банником, и сейчас, в принципе, приехал уже в хороших кондициях, себя чувствую хорошо, и поэтому готов работать на все свои 100% и давать все силы, так что сбор первый прошел у меня продуктивно, на втором также будем сейчас работать. Да, встреча с командой отлично, все с улыбкой встретили, очень рад этому, всех очень рад был видеть, поэтому все на позитивных эмоциях, и все прошло отлично.